Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Кармеханик и, пожалуй, сегодня будет Большая Кристина. Ох ты, она что такая, маджентовая. Та, по-моему, красная была, но с белым верхом. По-моему, так. Ну, это опять не она, но ладно. Это хоть побольше, так, цена, правда, даже не то, не то, моторы. Я подумал. Мне в комментах написали, что не надо портить вид машины турбонаддувом, торчащим из капота. Поэтому мы поставим что-нибудь покомпактнее. Вот или 6P, или Mac. Хм. Я посмотрю, что лучше. Так, погнали, однако, на мойку. 6P, наверное, лучше будет. Ну, я просто не помню, что там. Что там, как по мощам. Увидим. Да, ну не фурия, конечно, но... Побольше той, мне кажется. Та, по-моему, меньше было. Так. На место. А фарта и не было, это была грязь. Стекол нет, кузов не снимать. Фары. А чё фарт не фары? А вот фары. Стекло есть. Бампер есть. А как? Фар не есть. Дверь есть. Крыло. Ну, мне кажется, там всё адски гнилое просто. Так, с капотом ничего нет, кроме электрики. Рюшек. Даже тормозявку сняли. Ну ладно. Значит, подъем. Что с мотором? Масла нет, все правильно. Все как положено с мотором. Да снимись ты. Мне ступица не нужна. Я как сквозь колесо ступицу поюзал. Погнали. Разбирать, разбирать и разбирать. Естественно, тюнинг будет. А, не понял. А, ну да, подожди. Я думал, уже снял. Так, ну тут все знакомо. Моторчики-то. Старые добрые. Американские большие. Восьмерки. Я их уже хреновую тучу собрал, разобрал, перебрал. Единственное, что не суперчарж будет. Больше всего у меня в гараже, конечно, суперчарж стоит. Ну, из этих моторов это самый ядреный. Тут я, конечно, скромнее буду. А на ту Кристину, я не помню, я суперчарж ставил. По-моему, нет. Или да. Угу. Кардан. А колеса что, слик у нее? Странные. Странные. Мотор с профилом двух карбюраторов них стоит. То есть не суперчарж, но обычный. Ну да, двух карбюраторов. Он... Одна карбюраторник вообще. А колеса слики? Не верю. Не могёт такого быть. Они просто лысые. Ну не, не слики. Протектор есть. Кстати, вот тут дилемма. Чтобы ее не колбасило по дороге после тюна, ей, конечно, лучше поставить что-нибудь, ну, хотя бы гоночное. Но, насколько я помню фильм,
Вот по книге не помню, как там описывалось. Сколько я помню фильм, у Кристины были колеса как раз белой полосой. А они, по-моему, это просто какие-то винтажные колеса, они не гоночные, ничего. Не спортивные. Да. Дилемка. Или будет колбасить? Я же натюню. Я же не просто так ее сделаю. Хоть не суперчардж, но там все равно лошадок-то до хрена будет. Да, надо подумать. Убрал. Чисто. Пошли назад. То есть вот такой вот с белой фигней должны быть колеса. А их, по-моему, гоночных нет с белой фигней. Колодку мы начиним. Фигня. Так, и попер. Всякое. Так. Амортизатор ее. Рессора, вернее, давненько не виделись рессора. И на ту сторону. Ну, в общем-то, собственно, и все. Фактически все. Разобрано. Ну, мотор еще выдернут. Ну, это быстро. Смотреть вы это будете когда в пятницу. Выходные на этой неделе выдались длинные, 3 дня. Поэтому воскресные стримы переносятся на неделю. В воскресенье я буду еще на дачу. Стройка, стройка, стройка. Пока лето. Так. Возможно, в этом году мне повезет, я все-таки сделаю отопление. Хотелось бы. Ну, там до отопления еще всякая отделка, конечно. Где там сейчас внутренние стены там, гипсокартоном обшиваю, там электрику тяну, стяжки заливаю, все такое. Ну, то есть хлопот там на самом деле до хрена. Я еще чердак не утеплил. Так что могу и не успеть. Хотелось бы. Ну, что у нас тут? Там диск Боуэн, что-то такое, по-моему, был, да? Винтажная вал. А, вот так вот. Вот и я про это же. Винтажная вал. Обычно. Если я сделаю мощный мотор, значит, скользить будет. А диск у него именной. От него. Спорный вопрос, между прочим, ну ладно. Вот потому что диск... А, не надо мне. Да блин. Во. Не могу сказать, что он красивый диск. Вот чего. Так, 205, 90, 15. Ну, пойдем посмотрим. Но, видите, этих белых их мало. Да. Ну,
Ну, даже не знаю, я гоночную, конечно, винтажную, но они так будут смотреться. А чем они отличаются? Вал А, вал Б, вал С. Я вижу, что разные белые фиговины, но по ходовой-то. Ну чё, пусть буксует. Даже не знаю. Но зато будет адекватно. И иск мне не очень нравится, честно сказать. Ладно. А, не надо продавать. Ну, хотя надо, конечно. Ладно, винтажная вал А будет. Так, что там у нас? 95-90, да? Да, блин. Диски. А вот на диске я подумал. Бовен диск мне вообще не нравится. Вот я бы диск 20 взял. Вот так. Да. Смотрел, да. Вставай сюда. Так. Традиционно. Ой, блин, один диск. Погнали. Так, диск. А может починить? Ну, деньги, нет? Мне кажется, купается. Я долго кардан чиню. Ну, некрасивый диск Бовина. Неудача. Ох ты, тормозной щит не перенес неудачи. Как назло, диски все в ремонт попали. Ну, вот уже третий прошел. Нет. Ничего серьезного пока не проходил там коробки. Но он четвертый ползет диск. То есть я их все починю. Две страницы осталось. Мини-игры, мини-игры. Ну, тут менее тупая мини-игра, чем в этом. Трак механики. Что, недавно демку показывал. Тут так более-менее со смыслом. Там-то просто ключ влево дергаешь и все. Убирай. Ну давайте починю. Но... Понятно. Но на тюнинг деталей все равно схожу, посмотрю. Чертим с капотом без дырки. Какие-нибудь красивые двери и еще им фары, я посмотрю. Есть. Давай разбирать что-то. Ой, какая ржавая. Ладно, карбюраторная, вообще хлам. Это не мотор. У меня в машине вообще карбюратор в модели. Уже причем много лет у меня в машинах карбюратора. Нет. Блин, в какой машине у меня последний раз был карбюратор? Первый и последний раз, по-моему, был карбюратор в Жигулях. Давным-давно, в первой моей машине. Остальное все инжектор. Вытащить нельзя. Можно, они прикручены.
Они просто так свисают. Так, давай. Ну, тут много всего. Там спереди на нем висит прям склад. Ну, сами понимаете, тюн. Все в тюну идет. Так. Ржавая железка. Интересно, какой будет следующий кармик? Он ведь будет. Ну и ладно. Не получилось, ладно. Так, тут что? Ага, тут толкатели есть. Ой, тут даже эти есть. Коромысла. Они уцелели. Я, можно туда куда-нибудь, как-нибудь? О. Тут попшикать. И тут попшикать. И погнали. Крутим. Что у нас тут? А, ну блин, вот прикручен. В одном месте, да? Все забрано. Чинить? Две страницы. Ну, как бы тут много чинить мне не нужно. Тюн-тюн-тюн. Все такое. Ну, продам. Вот ты, блин, запарил. Я даже не знаю, мне станет-то будет нужна, нет. Если маг, она точно не нужна будет. Если 6П, не помню. Что это у HV. Блок-то. Так. Ну, давайте... Погодите. Создать. Суперчарджет. ОАШВ. Вот. Вот этот стоял. В двух карбюраторах, да он моментально делается, вот, кроме чуть-чуть заменяется. Все. Это с нагнетателем был. 8 ОХВ. Вот, П. 343 лошади. МАК 326. Ну, Пешка больше. Вот СС. Типасов маленький. Это вот ФМЕ вообще страшная штука. Я ее ни разу не видел. Но где-то она есть. Но он туда не ставится. Ну что, 6П, я думаю. Поперли. В8 аж вот целый, как я и говорил, не пойдет, потому что есть голова отсюда, наверное. Блок цилиндров. Три карбюратора. Я думаю, кстати, вот это может. Хотя может быть вот это. Не стоит торопиться. Так, коленвал. Да, видите, у HVC, то есть те детали идут нахрен. Коленвал тюнингованным не бывает. Это что такое? Это Е. А, ну это затесалось. Возможно, цилиндры вот такие будут. Ой, цилиндры, поршни, поршни. Крышка под шипами коленвала, да? А нет, обычные поршни с шатунами. Так, три крышки под шипами коленвала, то есть еще две. Может, мне вот этого всего-то накупить? Так, если подумать-то.
Вот вся желтая фигня, она мне пригодится. Логично, логично. Так, ну вот так. Так, крышки. Крышка шатуна. Восьмицилиндровый. Крышка пошли коленвала. Так. Тюн, однако. А передний, естественно. Фильтр. Хрен знает. Отдельно заходить. Вот коллекторы тоже. Не знаю, какие там карбюраторы стоят, хрен его знает. Так, идем дальше. Выпускные тоже потом зайду. Геник. Обычный. Я успел увидеть, я помню. Голова блока. ОШВД может быть. Ну, не факт, потому что А и Б. Так, сыпуха. Тут такая. Вот тут она точно есть. Карбюраторы хрен знает. Доберемся еще. Ну, крышка обычная. Вот не помню. V8 у него, по-моему, но могут быть нюансы. Поэтому идем дальше. Поршни обычные. Распредвал. Мне кажется, тут свечи, естественно. Вот эта штука, естественно. А, блин, не помню. Но обычно ашка. Тут, конечно же, такое. Тут, конечно же, хрен его знает. Поршневые кольца. Ну. Тюн пошел, блин. И крышечка у меня сразу припасена. Ну-ка, а распредвал? И распредвал я угадал. Вообще прекрасно. Ну, я, конечно, не все. Я коллекторы входные, выходные купил, а не оттуда. Там выхлопная система тоже из тюнинга. Всякая тут... Я что, всякая ГРМная часть там не из тюнинга. Так что по большей части я все, что надо, купил. Коллекторы только и все. Ну и карбюратор, да. А, крышка правильная. Так, цепуха. Желтенький, нарядный, да? Так, и... Подшипник сцепления. Сюда. Кстати, я, по-моему, коробку не чинил. По-моему, коробка тут приехала. Ашка, ашка. То есть, даже это угадал. Так, какая буква? Б. Слова Б. Ну, в этой нету, а так-то есть. Обожаю скобы. Так.
Давай катушку поставим. Так, голова. Голова дышечная, как я и думал. Б. А где А? Вот так. А что, все, да? О, как? Это сейчас зафигачу. Они прикручены только по мне стороне, болтами. Разрабы продолжают жечь. Так, выпускной Е, выпускной Д. Пошли смотреть. Впускной. Восемь, может, вы Е. А выпускной Д. Чума. Ох ты, как тебя погнуло-то. Вычурно, вычурно. Тут три карбюратора будет. Вот так. Ну, пока я там не закрыл, я сейчас карбюратор куплю. Тут они, по-моему, все разные. В центре А, Б, С, Е. 2С, 1Б. 2С, 1Б. Секунду. А, он да. А, В8, а что Е. Карбюратор. Два С, один Е. Вот так. А я такую козябру собирал. Карбюратор я вспомнил. Так, на это все. Корпус. По-моему, корпус тут нету. Корпус воздушного фильтра. Вот это. Так, крышка, наверное. ОШВЕ, так. Фильтр там надо купить. Должен быть. Вот он. Вот так. Ну вот. Сверху мы тут разобрались. Что с палками? Палки F. Что тоже интересно. Так, их 16 штук. А коромысла. Это коробки, блин. Они обычные. Ну как-то вот. Так, свечи. Поди. Люблю я, знаете ли, моторы с коромыслами. Сидишь, ковыряешь, 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 ковыряешься. Ох ты! Я лошара, да? Коромысло запалов, а 8, аж ВД. Не кислые болты.
8, аж ВД крышка. Дырка даже не прорезана. Хом еще не изменилось. Странно. Ну, ладно. Может, действительно не прорезана дырка, а масло сливается через эту крышку. Отсюда. Да, лоханулся коромыслами. Я еще думал, что обычные. Они тут на палке. А вот дырка прорезана, садится. А вот тут не прорезана. Не надо. Так. А, не чинишься. Да. А что тут? Блин, я пока генератор тут не могу. Так, фильтр. 8. Терня в 8 аж. Ну там сейчас цепь будет. ЦПМ. Крышечку желтую. Ой, тю-тю-тю-тю. F. Неожиданно. Крышку я открыл заранее. Кстати, я вот тут свечи не крутил. К чему это я? К тому, что мне сейчас еще втюнить. Что он на вторую свечу туда дергается прям. Так, провода у нас дышка. Да, вот они. 8, ОШВ, да. Так, насос есть. Нарядные эти как бы. Так. Шкив водяного насоса. Шкив коленвала. Ну, у вас тут вроде обычный. Это было швы. Нет, обычный, смотрите, правильно запомнил. Так. Раз кронштейн. Два кронштейн. Геник-то я запомнил. Так. 8 ОШВФ и 6Б. Геник-то я запомнил у того мотора. А у этого-то другой. Ну ладно. Ладно. Денег пока много. Ну да, соответственно, шкив туда, ремень вернее. В8 вошло С. А у меня кучу нету? Есть. Я ж купил. Кстати, без натяжителя обходится. Вентилятор радиатора Б. Вентилятор радиатора. Да. Не понял. Вентилятор радиатора Б.
Театр год. Ну что, все что ли? Похоже на то. Забрали. А вроде как все. Так, ну амортизаторы передние, конечно. Сейчас соберу. Так. Двухрычажка. Вот. 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 Этих надо. Этих штук 4 обязательно. Этого счастья. 4. 12. 12 надо. Ну, с остальным потом разберемся. Так. Че, еще колеса сделаю? Поперли. Ну, вроде красиво сделалось. Правильные диски какие нужны. Какие я и хотел. Ну, правда, вторые-то не битые. Погодите, я же в чине. Фигля, они битые. Ну, они не битые. Но берет эти. Ну, хорошо. Задортировать. Отбалансировать. Так, забрать. Так, последняя. Я сейчас увлекусь и все забортирую. Ну тогда. Ладно. Сварочный аппарат пошли. А, не надо. Да. Не, синий не катит. Так, мотор запихать. Ай, красота. Итак, что у нас будет тут? Да что у нас тут только не будет. Так, радиатор С, погнали. Так, тормозявку надо. Это... А это мог починить. Кыш. Так. Бачок усилителя. Омывателя. Охлаждающей жидкости нет. О, я могу. Могу. Умный. Ну, а кум, естественно, и топливный бак. Ум. Ну, сейчас с предохранителем буду развлекаться. Починил крышку к ним надо, кстати. Так, Ашка. 3Б, 4 Цашки. Стартер, я думаю, V8 будет, и я не уверен. Ашка, 3Б-шки. 4Ц-шки. Я не уверен, что в таких старых машинах вот это вот так вот выглядело.
Предохранители, мне кажется, вообще не такие были. Так. Б, Б, А, А, С. Две ашки, три бочки, одна цешка. Выглядит как тест на IQ. Там тут такие странные бывают задачки. Откуда у меня еще одна валялась? С предыдущей машины, что ли, осталось? Ну ок, заливаем всякое. И бушки тут точно нету. Слишком оно старое. Ну, так, не очень видно, но ладно. Тут прям радиатор. Надо же, народ играет в симулятор культиста. Ну, это такая карточная игрушка. И карточная не очень люблю. В Steam видел симулятор культиста? Не впечатлил. Так, ну, норм. Все, поднимать. Начнем с рамы. Вот так. Продать и все. Так. На самом деле, до хрена что продавать? Чё-то только нет. Дисков у меня сколько вообще, кошмар. Так, подрамник АД. АД. Поближе. Ну, Silent пошли. За ухлопухой. Тюнинг придется идти. Завернись ты, елки. Поворотный блок у нас один. Какой тут стабилизатор Б? Рейк чинил. Что запчастей мало уцелело? Рычаг тоже один. Кулак один, рычаг один. Так, палка тоже башка. Так. Верхний. Тоже один уцелел. Ну йоу. Разрубка. И тормозной щит один взял. И ступица одна, нет. Ступица две. Так, ну здесь блатной. Пока нет. Так знаю. Этого нет. Этого нет. Что-то еще под рукой. А не помню, какие они у них. С тормозами тоже беда. Опа, рулевых тяг не купил. Бывает. О, колесики. Тут колеса одинаковые, то последнее время что-то на машину попадают, у них колеса разные, передние и задние. Ну вот, симпатично. Так, передняя часть V8HVD, а передняя труба V8HVC. Пошли в тюн.
передняя часть входной системы Turbo. Так, я уже забыл, какая там. Передняя часть D, передняя труба C. Передняя часть D. Передняя труба. С. Тачки глушители будут. Средний глушитель и задний глушитель. Задний глушитель. А не дотягиваюсь, ну и ладно. Задний еще мост. Ну это так заодно. Коробка. Отлично. Коробка 8 ОШВФ. Не кислые тут коробки-то. Не надо мне носом утыкать. Ну и какой? В8. Есть. Угадал. Так. Кардан. Кстати, вот загадка, почему долгое время делали именно с карданом машины с приводом на задние колеса? Чего не на передние? Не тянуть через всю машину? Или не могли скомпоновать так, что мотор типа поперек? Что-то влезло. Странно. Это вот тут хреновина ведущая назад, но она как бы не очень нужна. Так, а я уже на эту сторону перебежал, да? О, я быстро. Так, там я все прикрутил. Ниже рычага нету. Верхний, ну, не помню, короче, там с буквами. Так, верхний, просто верхний рычаг. Тоже, по-моему, нет. Так, вот все сайленты ушли обычного размера. Так что вроде не ошибся. Все четко. Остались маленькие в рессорах. На том все. Чего? Я наконечник не купил. Вернее, купил на один. Нормально. Передний. Шит. Все есть. Давай, давай, давай. Вот. Так. Вниз. Тормоза. И вот этого нет, по-моему, да? Нет. И вот хрен его знает, я следующий кусок. Есть, нету. Пока не буду покупать. Нет. Не посмотрев первый, не имея первого куска тормозов, не увидишь, нужен ли второй. Все, назад иду. Да-ка туда, ну куда-нибудь. Оп. Давай прыжками. Оп. Топливный бак. Насос. Насос, говорю. С этим все хорошо. Рессоры починены. Сайлентовые рессоры починены. Давай сразу эти амортизаторы куплю.
равно и сдвинул, чтобы сами слудить. Так. Площадка. Эти. Стремянки. О, все на месте. А чё же я там? Я не прощёлкал? Странно. Мне казалось, что я одну прощёлку когда чинил. Ну, бывает так. Тормозящий. Четыре, вот тут только один уцелел. Вообще не уцелело. Как-то у них странно получается. То везет, то не везет. Барабаны не это. Не выжили. Не, не то, не то. Не то. Ну ладно. Не всегда одинаково выживает. Что-то иногда отламывают. Еще на мусорке. Ну вот так. Лак, камон. Рессора. Не менее камон. Сейчас надо было сначала рессора делать. Чтобы у меня вот тормозной щит не маячил там перед носом. Теперь сквозь него надо попадать. Всегда надо сначала глубину вот эту собрать, потом все остальное. А то оно хоть и полупрозрачное, все равно мешает. Так, ну что там, кузов остался. В принципе, фигня. Передний тормозной щит, четыре. Так, что там, 52 минуты, ну, в общем, в обычном графике, как обычно. И колесо. Все. Ходовая, все. Красота. Ну, в салоне тут сзади сиди, не выдержит. Собственно. Gold Trail A. Ни хрена вот так. Ладно. Сейчас будем разбираться. Интерьер. Я и руль возьму Gold Trail. А вот теперь что у него в качестве передних сидений? Хотел бы я знать. Я же понимаю, что передние можно любые стать. Какие? Ну вот сиденье один кожа C, мне кажется, самое такое ходовое. Пойдем дальше пока. Сиденье 3 кожа C. Вот это, кстати, ближе к истине. А более старое. Кейп. Кейп. Даже не знаю. Давайте попробую кейп поставить. Вдруг поставится. Будет забавно. Ну, поставилось. Может, там не оно должно было быть, но поставилось. Неплохо, мне нравится. Так, кузов. Что вместе с кузовом? С кузовом у меня есть двери, зеркало и бампер. Двери, задний бампер и одно зеркало. Пошли посмотрим. А нету. Нету тюнинга. Так, а если я в нее воткну с турбонаддув, что с ним будет? Очень странно. Прям очень. Но видите, ее тут нет. Обычно они сюда ставят то, что в гараже есть. Ты как зовешься вообще?
Gold Trail. Нету. Вот так. Кузов у него не твингуется. А вот он. Ну, поперли. Задний бампер есть. Двери есть. Очень странно. Какое зеркало, я не помню. Левое на зеркало надо. А дверь у меня восстановленная, да? Ну ладно. И сразу схожу за левым зеркалом. И сразу за знаками. Я Калифорния. А номер? Не? Номер есть. А стекло? Стекло поставил. А вот там стекло не вынул. Багажник новый. Задний бампер. И номер. Усё. Готово. Так. Ну чё, проверка. Всё хорошо. Поехали краситься. Нет, нет. А, ну да. Ну, в Мадженту я ее красить не буду, естественно. Глянцевая. Мне кажется, она такая глянцевая была. Обычная нет. Ох. Такая вот она и была. То есть, без всякой экзотики, вот. Но, может, я слишком яркую сделал, может, чуть темнее она была. Как-то так она была. Так. Подвеска. Ух ты, куда смотрит. А зачем мышка щелкает? Не знаю. Сам не знаю. Хм, давай затестим. Ну, я думаю, так, нехило там мачи прибавилось. Итак, 340 лошадок. Сейчас будет, наверное, 700. Не, ну не 700, а меньше. Пятьсот. Нет, 700. Удвоил, просто удвоил. А, ну да, я же все тюнил, вообще все. Вот я недавно сделал на продажу с пюном. Я там тюнил не все.
Так, стоп. Если я все не продам, я потом не продам. Ну даже не так делается. Так, сейчас. Продать все. Чтобы не валялось, нафиг. Скоростной трек. Так. Посетить. И записать пока. Что у меня еще стоит? Sword Gold Trail. Поперли. Ну вроде не носит ее. Ага, не носит. Ух, как носит. Я же говорю, будет носить на этой резине. Сейчас еще раз туда уеду, оттуда развернусь. И попробую это другим способом разогнаться. Ее не заносит, когда тормозишь. Странная физика, да. Зато заносит, когда гоняешься. И там меньше шансов, что тебя занесет. Меня на третий, по-моему, занесло в прошлый раз, да? Но на четвертый не должны. Там уже не такая сильная тяга. Все, толок. 266. Ну, неплохо. Назад в гараж. Так. Так, эту машину на парковку. Кстати, что у меня там на парковке? Посмотрим сейчас. Парковка. А что это иллюминатор туда сдвинулся, люксор выше встал? Так, погоди, нецензурное у меня не записано. Вот, немножко упустил, не записал. Ну, иллюминатор понятный, хрен забудешь. Так. Задница торчит. Ну, чё у нас тут? Ну, давайте. Заходи. Так, там два свободных места. Не, ну рано мне еще, пока рано. А давайте я телефон возьму и посмотрю. Рибсан. С зеленой крошкой, да. Читаем бандит Шиф. А я видел такую. Ох ты. Кому-то чинить. Коробку передач. Смешно. Вот джип кому-то чинить. Болтхорн. Я бы лучше его на свалке нашел, посмотрел, что это такое. Ладно. Вот давайте я Рипсан приму. Ну, вроде как, сюжет. Надо же принимать. Иди ты какой Рипсан-то. Ну, хоть двигатель. Не, просто подумал, что он электрический. Так. А вот что я с этим хотел? То, что себе? Кажись себе. Ну вот. То есть, ну, сами понимаете, на свалку еще рано. Четыре машины. Это много. Надо, чтобы хотя бы стоянка на улице была пустая. А в идеале, чтобы все было пустое. Ну что ж, господа. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.